Всем привет, друзья! Сегодня поиграем в Деквавинскую арену. Получилось собрать добротную колоду за чернокнижника с обилкой мага и, соответственно, также маговскими картами. И, кстати, пока все идет крайне удачно, так что решил записать видосик и с вами поделиться. Наш соперник маг. Маг, кстати, с обилкой чернокнижника. Мы играем за чернокнижника мага, а против нас маг-чернокнижник. То есть, в принципе, колоды-то у нас классы одинаковые. Черный-белый, белый-черный. Это, в принципе, одно и то же. Так, есть третий дроп отличнейший. Это микроконтроллер. Даже есть второй дроп. Второй дроп 3-2, в принципе, неплохо смотрится, потому что у мага-то обилка будет не атакующая, в отличие от нас. Также есть четвертый дроп, но лечить лицо, скорее всего, будет бессмысленно. И юниты в основном двухитпоинтовые, одна хитпоинтовые. Искродвигатель с натиском. В таком случае имеет смысл поражать обилку, чтобы задефить нашего ящера. Ну и все, и Лем 1-1 с натиском теперь ничего ящеру не сделает, в принципе он бесполезен. На следующий ход уже разыгрываем микроконтроллер. Вожак лютых волков и искра, которая с натиском уже наносит 2 единицы урона. У нас, в принципе, вариантов плея никаких нет, кроме как поставить микроконтроллер. Вурдалак смотрится слабо, лечить лицо смысла я тоже не вижу. Просто так юнита 4-4 не ставить. А лучше вэлью лечения все-таки в будущем используем. Так, волка, в принципе, заберем либо двумя механизмами, либо микроконтроллером. И, кстати, вы посмотрите, он не разменивается вожаком лютых волков, но ставит дринеев каторжников, которых я, в принципе, сейчас пройти нормально не могу. Никак, да? Но одного дринея я, конечно же, разменяю. Дам обилочку у волка и уже поставлю тогда яд, потому что мне нужно этого волка в любом случае разменивать. Ударяться в таком случае механизмом смысла я не вижу, потому что он все равно будет ударяться существами в мой яд, и я засейвлю свое существо. Двор диверсант отдает волка и ценит дрянные сильнее, да, потому что я все равно бы обилкой забрал волка. Тогда даем обилку в дворфа и ставим защитника холмов. А вурдалака, либо лечение, опять же, смысла ставить не вижу. Давайте поганище, как ауешку какую-нибудь под воргена поганище будем использовать. Либо просто воргена используем на следующий ход и огр тяжелого кулака. Но с всех одних хитпоинтов юнитов, конечно же, будет разменить, потому что у нас обилка мага, конечно же. Тогда выставляю поганище, замораживать огра пока смысла не вижу. И поганище, в принципе, нормально защищает стол. Главное, чтобы огр ударился в поганище. И тогда мы его зауешим и, в принципе, весь стол защищаем. Главное, чтобы огр именно ударился и не нашлось никакого ремовала на нашего поганища. Добирает карту. Это нестабильный Илем. Но он, кстати, может проигнорить поганище и не ударяться, да? Что в таком случае я могу сделать? В таком случае можно попробовать самому вскрыть Лема и надеяться, что молния не ударит в поганище. Ну, это очень наивно, но в идеале, чтобы на Лема, конечно же, налетел удар. Нет, не повезло. Тогда лучше вообще было Илема не ставить, чтобы его не дамажить. Ну, риск это такое себе дело, конечно же. Так бы я мог засейвить двух существ, и в итоге остался с одним раненым. Но здесь мы изи размениваем огра, но вот что делать со скрытым убийцей? Видимо, пока ничего. Ну, в принципе, лечимся. И, кстати, лечим Илема, бафаем его, у него статы 7-7, он выживает, а мага обилка все-таки жизни отвод, он никак юнита 7-1 не забирает. Легко, в принципе. Так что нас это, в принципе, устраивает. И смотрите, у нас дофига урона на столе, целых 15 урона, плюс возможно он может и разменяться своим невидимкой. И это Алекстраза! Он остается 8 хп, и вы понимаете, то, что у мага сейчас 9 мана, на следующий ход будет 10. Это практически явный пиробласт.
Это нас ни капельки не устраивает. Ну, от пиробласта играть не будем. Будем бафать вурдалака. Плюс 1-1. Неплохой размен. И, блин, пишет, неплохо сыграно. Типа пиробласт. Фаербол или что? Блин, когда пишет неплохо сыгранное, это уже говорит о том, что, похоже, соперник нас выиграл. Надеюсь, все-таки он удивился рыцарю Штормграда в первую очередь. Нет, это Вулканозавр. Нас, в принципе, Вулканозавр устраивает. У нас есть натиск. Да, он находит таунт. И, кстати, наш натиск с увеличенной атакой под рыцарем Штормграда наносит 7 единиц урона. Плюс у нас есть еще обилка, которая наносит 1 единицу урона. Итого 8. И падший Синдарай тоже бафает, уже таунт 6-1. Кстати, неуязвимость обязательно накинем, чтобы юнит у нас не умирал. Вурдалак, кстати, бафается. И не будет ли летало, если сдохнет наш натиск? Не. Один урон явно не зарешит, у нас всего 16, да? Было бы 17, если бы натиск умер, так что нормально, правильно сделали, что засейвили. Кстати, вот топ-дек пиробласта может реально нас убить. А так, на следующий ход мы уже чернокнижника мага убиваем. То есть мага чернокнижника, жизнеотвод. Уже все, ничего не страшно, в принципе, никакого. Только два фаербола, да? Больше ничего нас не убивает. И страж ужаса! Ой, блин, ожог души же может быть еще, реально. Монетка и адское пламя, и это летал. Ну, кстати, это будет ничья. 4 маны реально хватает на адское пламя и на монетку. И, кстати, не сбросился никакого урона у него. Стражем ужасливо сдается, блин. Вот это напряженная концовка была, ребят. Через Алекстразу это было жестко. Нанесение урона с инвизом. И против нас жрец. Жрец не простой, а жрец-разбойник. Защитника холмов на начале, конечно же, оставляем. Осквернение, думаю, нет. Воргена тоже. Хотя бы 1/3 дроп оставляем. Огромные мастодонты, ледяной элементаль. Очень тяжелые карты, кстати. Тяжеленные. Кобальтовый губитель, 5-й дроп. Ну, второй ход, скорее всего, точно уже пропускаем. Потом защитник холмов. Желательно тогда какой-нибудь таун за 4 находить. И потом уже по кривой мане будет кобальтовый губитель. Кстати, убийца драконов своих тоже убивает существ. Так что если на столе не будет драконов, и у нас будет кобальтовый губитель, то убийца драконов вынужден будет убить нашего же кобальда. Поэтому последовательность должна быть правильная, разыгрывание этих карт. Собиратель сокровищ. Отдавать обилку, наверное, было бы медленно. А вот защитником холмов, в принципе, неплохо было бы поставить. И плюс он разменивает собирателя сокровищ. Бронзовая привратница. У нас есть механизмы, с которыми было бы неплохо магнититься. Ну, давайте возьмем ее, потому что таун за 6 со статами 6-5 это совсем какие-то провальные статы. А так, таунт из-за чернокнижника есть и получше. Это Повелитель Бездны, это Первоученица Рин, ну и на худой конец Короля Лича можно копнуть. А тут вообще самые простецкие таунты. Так, монетка. И Клинок Вечных Мук. Благодаря этому он убивает нам Защитника Холмов. Ну, существо за 3 маны, наверное, это не особо круто считается. Ладно, давайте поставим бронзовую привратницу, и если она выживет, у него, в принципе, только 4 урона, то можно замагнитить боевым костюмом ее, и у нас будет очень мощный юнит, который неплохо-таки разменяется практически совсем что угодно, но не надо наносить никакой урон, не надо убивать эту карту, но он убивает, да. Убивается, скорее всего. Он будет тратить заряд пушки и, да, будет убивать собирателя сокровищ. Все тратится. Так, удешевления здесь никакого не будет. Кобальтового ставить не будем, уж лучше бы и костюм тогда. Ну, без магнетизма существо 5-5, в принципе, нормально заходит. Пшистая никого не убивает, поэтому смысла его разыгрывать, конечно же, я не вижу. Будем мариновать. Карта может зайти офигенно.
В принципе, у нас даже нет существ с малым количеством атаки, поэтому хотя бы одно-два существа убить соперника было бы офигенно. Вот только проблема в том, что у жреца есть натиск. Это меня немножко обламывает. Ладно, замораживаем на этот раз. Стальной ярость не разменял бы костюм. Неприятненько, неприятненько, да. Можно было дать... Огненный гейзер, обилку, но это 4 маны, у меня остается 2 маны, ни туда, ни сюда поставить Элема. Это, наверное, я думаю, слабый плей, но смотрите, убийца драконов идеально заходит под костяного дракона. Обязательно нужно будет убивать его и уже захватывать стол. В принципе, плей отличнейший, я думаю. Достойный противник. Так, удешевление или все-таки жуткую кудесницу? Давайте жуткую кудесницу поставим. Потому что не удешевляем ничего. А так кидаем огненный гейзер, удешевляем зеркальные копии и лема. Хоть что-то, хоть какой-то вэлью получаем. И вы поглядите на зеркальный размер. Но почему он не ударялся, прежде чем захватывать это существо? Потому что оно нам возвращается. И... Оно возвращается к нам в конце хода, то есть он убить сможет жуткую кудесницу на следующий ход. А у него как раз остается 2 маны и порча на всех существ. Это неприятненько, да? Но этот урон мы ему, конечно же, нанесем. Обязательно просто. Хотелось бы, конечно, чтобы баф прилетел на таунт в таком случае. Конечно же, потому что они все равно умирают. Пожалуйста, давай на таунт и баф. Нет, баф летит на убийцу драконов, которая все равно умирает. Да, бесполезно. Бесполезное разыгрывание кобальта. Вэлью все-таки он мог принести, уже сразу же дать плюс 3 к атаке. Так, у нас жрец, кстати, без лечения, да? Билка разбойника не дает никакого лечения, только с помощью каких-то спылов этот жрец может пролечиться. Болотная драконица, и, кстати, он же не убьет ее с ядом. Нет, убьет, потому что есть верх клинков. Ясенько. Улитка, улитка, улиточка. В принципе, можно по-разному здесь сыграть. Но, наверное, убивать свои таунты я ни в коем случае не хотел бы. Поэтому поставим быстроногую вестницу вурдалака. Еще нам хватает маны на огненный гейзер, да, ровно 9 маны. Забафаем жестко вурдалака. Добьем. Значит, быстроногую, наверное, тоже зарядим. И губителем в лицо. Вурдалак имеет статы 5-3. Ну, да, забафы эти зеркальные копии. Ну, отлично. Правда, они умирают от мастера клинков. Ну и ладно. Теперь, кстати, пшистое чудовище не убивает. Не убивает нам. Фуф. Зеркальные копии. Но проблема здесь в другом. Как мне проходить этот стол? Мне придется дать и вурдалака, и лема. Ядрить. Пренеприятная история. Кстати, мог я сперва лема этого удешевить, но я бы все равно ничего здесь... Ну, не играл бы, это точно. Вурдалак немножко бафнулся, но погода это не делает. Давай вот этих вот существ. Отлично, умирает и лемчик. Убитель будет дальше бафать наши юниты. И бафается следующее зеркало. Все, может мшистый зайти. Главное, чтобы не было вот этих вот имбороскопок с обсидиановых статуй. Так можем протопить. Это, кстати, пролечило жреца довольно-таки жестко на 8 хп, да. Ядрить, конечно же, у него здоровье. Нужно проходить этот таунт, но это, по-моему, не представляется возможным, да, пока что. Закрыться своим таунтом. В принципе, можно, но толку от этого.
Вдруг у него есть контроль разума, и тогда это будет очень плохо. Так он меня разменивает. Если я не закрываюсь таунтами, он меня разменивает губителя, скорее всего. Ладно, ударяемся. Ставим. И закрываемся. Убивать его, чтобы он потом вернулся в руку, было бы, наверное, крайне слабо. Но, блин, лучше, конечно же, забафался повелитель бездны. Так, поднимает броню. Собиратель сокровищ, мшистая, заходит пока что. Драконица падальщица, она же дает... А, нет, она сама с ядом, да. Она, наоборот, сама с ядом. Ха-ха. Мне, получается, нужно губить... Ой, манипулятор разменять сюда. И при этом как-то сохранить таунт. Ладно. Сыграем так. Таунт, он, по ходу дела, уже у нас отъедет. В любом случае. От яда. Вот, яд не позволит ему... О, отлично, забаф! Забаф это отлично, потому что он же будет ударяться в этот таунт. Тогда идеальный получается размен плюс обилочка. Таунт жреца ни капельки не защищает, потому что у нас есть камнекожий Василиск. Так, яд срабатывает, и у нас вылупляются три таунта. Кольцо света. И, ну, стол сохраняется. Сохраняется камнекожий Василиск. Таунт стоит тот, по-моему, как раз-таки 5 маны. Гризли Сталимех, который вернулся ему в руку. Но он его разыгрывать не будет, конечно же, пока тут есть камнекожий Василиск. Но тогда все это пойдет в лицо, если не будет никакого таунта. А раз это все пойдет в лицо, то у нас, ребят, есть летал даже без грибоманта. Так что если он как-нибудь убрал бы нашу мелочь, пару мелких существ, возможно, бы с грибомантом, урона налетало бы все равно хватило. Ну что ж, ребят, финальный босс. Тыквовинская арена. Получится у нас или нет затащить? И, кстати, арену эту начал я со счетом 0-1. Пренеприятнейшая разбойница попалась, которая просто вытерла ноги нашего чернокнижника. И кто бы мог подумать, дошли до 11 побед. Что ж, ребят, давайте. Давайте нам босса сделаем 12 побед. Так, и против нас охотник с обилкой разбойника. Очень опасное, кстати, сочетание, я вам скажу. Так, Вестница Смерти и Камнекожий Василиск. Давайте попробуем такую руку оставить. Все-таки, ну блин, с обилкой разбойника охотнику будет, в принципе, несложно расправиться с Василиском. Да. Несложно. Вот если бы у него была бы такая же обилка, как у охотника, либо какое-нибудь лечение бесполезное, я думаю, это было бы получше. Ладно, давайте тогда кидать обилку. Заступницу Синдарая неохота ставить. Второй дроп, типа, с малым количеством атаки, когда у охотника есть монетка. Это не очень хорошо. И, блин, это неприятная цель для камнекожего Василиска, потому что вы понимаете, да? Обилка и вот этот вот крот... обитатель стоков, они легко размен... Блин, два... Он меня крысами хочет запинать, ребят. Что делать? Кидаем заступницу, убиваем мелкого, потом таунтом закрываемся. Пусть прожимает обилку, либо два раза ударяется, что хочет. Надо будет закрываться. От этих крыс, голодных, кусачих. Эти призыватели крыс какие-то ненормальные существа. Главное, чтобы не было хила. Хил есть. Не очень прикольненько. Какие варианты дальше игры у нас есть? У нас есть, в первую очередь, смоляной скрытень. Но тут, блин, есть юнит со статами 4-4.
Точно не будем кидать защитника холмов, а вот кожаный Василиск, в принципе, заставит его прожать обилку и слить гигантскую крысу, я думаю. А потом уже как-нибудь закрываться с мыльным скрытнем. Да ладно, эти крысы звери, да, они звери. Пренеприятные новости, ребят. Гиена бафается из-за этих крыс. Вы поглядите на эту синергию охотника. Вот это поворот. Гиена в теории может продолжать бафаться. Если я сейчас кидаю стрелу тьмы сюда, закрываюсь таунтом, он ударяется гиеной, у нее остается 2 хп, а на следующий ход я ее органом поганищем забираю. Либо я могу кидать смоляного скрытня, и он вынужден будет дважды разменять существ, но это, я думаю, маловероятно. Давайте лучше защитника холмов поставлю. И, кстати, нужно было бы все-таки сперва, да, раскопать карту, а потом уже думать, что играть. Ну что ж, смоляной скрытень, либо сгнившая яблонь. Я все-таки 2 смоляных скрытня брать не хочу. Возьмем одну яблоньку, чтобы она нас немножко, если что, пролечила. Что ж, гиена, если ранится, то она становится целью для нашего воргена поганища. И это просто пещерная гидра и переодевание пушки, ну... Просто Ворген Поганище прям должен выйти у нас сейчас, чтобы, кстати, гиена не продолжала бафаться, мы ее убьем. Дроп офигенный, кстати, против гидры стоит отлично. Против гидры плохо вставлять кучу мелких существ, а когда одно жирное существо против гидры, оно заходит, в принципе. Так, лицо замораживает нам. Блин, злолист, какого ж фига, да? Какого уж фига. Кстати, мшистый неплохо таки смотрится, да? Мшистый неплохо смотрится, да. Он убивает 2 юнита, между прочим. И обилку можно зарядить в злолиста, да? Либо дать обилку и просто поставить яблоню, либо смоляного. Закрыться. Наверное, пока закрываться не хочу, потому что что тут закрываться-то? 3-4 юнит пока что. Таунты у нас есть. И мамонт. Смоляной со сгнившей яблони. Сперва, допустим, таунт покинуть. Кстати, если бы у меня был таунт 4-7, то как бы было бы все не намного лучше, так скажем. Я могу поставить мамонта, могу кинуть заморозку. Но если будет сайленс какой-нибудь, то это все полетит мне в лицо. А если будет какой-нибудь ремувал второй из злолист, то это будет провал, ребята. Тогда уж точно мне все это в лицо прилетит. А так можно будет, допустим, потом с неуязвимостью закрыться. Неплохо, кстати, то, что так залетает. В идеале, конечно, все 3 попадания были сюда. Вот теперь он, возможно, захочет разменяться, да? И размениваться, наверное, ему стоит именно в 5-5 каким-то образом. Неужели будет сайленс? Нет, я не хочу видеть здесь сайленса, ни бафа, ничего. Да, он разменивается. Еще и йети ставит. Ядрить, колотить. Тут стол, я вам скажу. А, мамонт. Мамонт 6-10. Да, он с обилочки пройдет. Да. Так много возможностей. Здесь нужно как-то уже закрываться нам. Если забафается смоляной скрытень, он будет 7-7, и плюс у нас остается юнит, да? Если я ставлю сгнившую яблоню, то он ударится с обилкой. Мне нужно именно больше хп. В первую очередь, чтобы он не мог пройти йети с обилкой. Окей, попытаемся. Спринтуха. Спринт это нормально. Главное, чтобы не было метки охотника. Метка охотника плюс обилка это провал. Тут будет 13 урона.
Метка охотника, она у него была изначально, вы прикиньте. И он все равно добирает карты. Неужели он нашел летал? Нет, летал он пока не нашел. Но он идет в лицо, ребята. Ядрить, колотить, он идет в лицо. Можно кинуть, что, неуязвимость? Ой, не, не неуязвимость, а перерождение, но остаются вот эти юниты. А нет, погодите, можно кинуть так, так. Ну, это, наверное, слабо. Лучше забафать нашего мамонта. Хотя, как я могу поставить мамонта? Никак, да. Я чувствую твое смятение. Блин, надо было посерединке, наверное, ее поставить, чтобы не было сокрушающих стен. Так, типа, опять же, размены плюс лечение, а потом уже мамонтом закроемся, если что. Главное, чтобы не было второго ремувала, иначе этот дивозавр сломает таки лицо нашему ангельски выглядящему чернокнижнику. Блин, главное выжить, пережить этот ход, чтобы не было никаких ремувалов, нечетный фанатик. Это спелл дэмэдж, зачем ему спелл дэмэдж? Чисто просто спамить стол. Да, он уже пошел. Пытается другим способом нас продавить, судя по всему, через вождя Северного Волка, да? В таком случае, что мы делаем? Можно переродить дракона, но вот это вот вся мелочь. Нужно теперь как-то справляться нам с вождем Северного Волка. И с этой мелочью. И вождь Северного Волка, вы видите, да, имеет статы 8-8. Это очень и очень опасно. Наверное, все-таки закрываться таунтом не будем. А лучше переродим Драконида. Просто если опять будет какой-нибудь сайленс, то считайте все. А тут если будет какой-нибудь баф. Ну, если бы у него был баф, он, наверное, на тот ход его использовал, либо он просто не мог пройти яблоню. Не совсем понятно, какой мог быть баф у охотника. Нужно закрываться таунтом, ставить рыцаря Штормграда. Это, кстати, топ-дек у охотника. Он только что взял топ-дек. То есть эта карта может все поменять. Погодь, не было серии приемов. Он просто так его поставил за 6 маны. Алло, у тебя была какая-то карта дешевле 4 маны, и это 11 побед, ребят. Охотник делает такой мисплей. Но я понимаю, эта карта не за охотника. У него реально был второй дроп. Это может быть ключевым в этой партии, ребята. Это может быть ключевым моментом. И нужно его дожимать. За такие ошибки нужно наказывать соперников. Конечно же, наказывать. Обязательно нужно наказывать. Ладно, закроемся. Закроемся. Все-таки с таунтом я чувствую себя в большей безопасности, чем без него. А так у нас будет быстроногая. Она, типа, неплохо так и справляется с каким-нибудь жирчиком его. Секрет. Это уже интересно. Это может быть какой-нибудь мороз. Морозная ловушка, например. Надо морозную ловушку проверять с помощью быстроногой вестницы, я думаю. Просто ее еще раз поставим. Пушка, кстати, это охотник, она не бафается. Да, морозная ловушка, просто переразыгрываем это существо за 6 маны. Ничего страшного, морозная ловушка просто изейшим образом проходится. И кстати, да! Мы выигрываем. Я только раздумывал о ходе, куда идти, в лицо или в размен. И, в принципе, охотник уже сдался, ребят. Я вас поздравляю.
Это был очень непростой соперник, и мы взяли 12 побед. Не обычных 12 побед, а тыквавинских 12 побед. Так что, ребята, я вас с этим поздравляю. И давайте посмотрим, что за награда нам выпадет с этой арены. А выпадает нам аж 5 подарочков. Пак Унгора. Значит, будет 2 пака, потому что должен обязательно выпасть пак текущего дополнения. И это пак проекта Бумного дня, конечно же. 160 и 35 золота и еще и 215. Итого мы получаем 375 плюс 35. Итого 410 голды и 2 пака. Неплохая такая награда, я вам скажу. Ну что ж, давайте откроем эти 2 пака. Посмотрим, что нам выпадет. В первую очередь, конечно же, откроем пак Унгора. Может, еще и легендарочкой нас побалуют. Нет, да, редкая карта. Фуф. Непростая такая битва получилась. Ну что ж, ребят, если видео вам понравилось, и вы хотите получить такие же красивые 12 побед, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Вступайте в группу ВК, и до скорой встречи уже в следующих видео. Всем удачи и пока!